смерти. Так Это что не серьезно? умираю. Так что не умираю. Серьезно? Серьезно? Я тогда хочу другим персонажем пойти. К сожалению, этими персами. Уже нельзя, надо перезайти. Орда, сосед. И чекнем. Значит, смотрите, начинает танчить Митриос до трех стаков, забирает Тщеславие, танчит Тщеславие до трех стаков, потом забирает Воид, танчит до трех стаков. Потом правого червя забирает Митриос, левого Тщеславие, потом Воид забирает у Митриоса, и Митриос бежит по рейду. Клеймон, ты тут? Да. Вроде все. Все, все готовы, все рассказал, запускаю. Сейчас посмотрим. Можете не умирать. В огне не, не стоять, рейндж держите где-то 12 метров. Слышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Да. В этом колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Герус Пула. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды. Вот, дай под ДКшником твои чудовища, не чита героя. Идите, РДД, оттуда. Рудайте с пула, в огне не стоим. Соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Трушиман. Выходим. Забираю. Есть только. Из огня вышли, вышли из огня. Тщеславие прохиливай. Я прожимаю эту. Угу. Собираем. Ой. Так, пора иду. Тогда зонь. Чего у него такой фрейм маленький? Просто потому что РДД без него бить.
Почему тогда она фуловая была? Потому что в Минобе, наверное. Сейчас он выберет цель, будет куда-то бежать. Ну-ка, ну-ка. Бегает. Король тебя трогать не надо кому-то. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Феррольд. Да-да, спекайся далеко. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Это роль. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Ты человека 91 же кинули. Тут я! На чертеж. Прирольте. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Явись, сестра! Аминь! Поле, беги. Привет, беги. Фиксон, защита Фиксон. Беги. Там играем. Вот от кости!
Вов, заливать надо. А чё? Где трофей? И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! А что это два или кто-то не чудит? Тотема убедить. Мидиакс. Турнир продолжается! А кого сейчас вообще? А зачем вы спускаете? Никто не запускал ничего, по-моему. Оффхэнд, можно паролить? Передадут тебе оффхэнд, кинешь там пати. Привет. Правильно. Запускай. С могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую... У Хенту приста эхо бливоне. Иди дай ей трайт, она тебе даст в Хент. Тут маг, походу, тоже нужен. Ну, парольте. Мне не нужен этот шмот, я не знаю. Я вообще не хотел релить этот инст. Галины. Во славу Альянса, герои, во имя... Значит, перестань его пройти. Ты поставь это. А, все нашел. Кто заберет пеньку, тому ГП дадим и все. Че ты паришься? Так. Че? Войт, у тебя... Звезда, кружочек у тщеславия, ромбик у Митриоса, по миликам все. Первый бьем крест. Еще раз скажи, пожалуйста. Потом череп. Чат читай. Звезда воет, кружочек Митриос и ромбик, кружочек тщеславия и ромбик Митриос. Ну все, сначала бьем крест, потом череп, чек. Все готовы, танки, погнали. Себя магия краст. Эти чари. Убейте потом. Вы
Бейте. Друид. Говно. Самаула бейте, шаман. Чародей. Билан. Вара. Я сегодня эфир. 10 целей, что ли? Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Тут ничего интересного. Пролим трофей. Опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Сферу. Да, Андрика. С маленьким. Отойдите всех, берите, тогда мы ее запускаем. Видим все черные, кроме воина. Воин берет белый. И охотники все берут белые и напуливают на воин. Вы поняли, охотники? Все. Чекаю. Аурот огня, да. Два шамана. Готовы начинать, Дмитриус.
Победителя! Во имя короля Лича! Вы умрете! Спецспособность себе вон прям черный. Забери его. Только трофеи. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов. Давай, Виталику или кто там еще. И Файри Биндер, Ахризефилакс. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе. Чертеж. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я покажу тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Числа и спектр танк. Войд справа, ты слева, Митриос на 8, ресните, стигмат. Не, два попало. Пристабав по хантам. И маги, интеллект. Спасибо. Ваня и Бусинг. Готов. Все, начинай. Это место станет вашей могилой. Первый вверху подбейте, да. Хант. Жук, когда бить жуков, бейте пока босс. Бейте жуков.
теневой удар сбей. Пока босс. Убейте жуков. Иди на пути, не стойте, фиксон, уйди. Один трэш, можно забивать. Ой, не знаю. 52 или что такое было? 52. Объятия вампира отмените все, бейте трэш. Забыл это сказать. ТП объятия вампира. Сняли. Трэш забили. Лер. Дайте гимн на хп, кто-то приз какой-то. Так трэш, отведите от рейда, вы чё? Друиды ресните на вламбера кто-то или где, задайте ещё гимн на хп, если есть. Дайте сак. Давайте босс. И хилит. Нету Сильваны.